мы должны встретить по-людски. Авторский стиль, всеми любимые песни, живая энергетика. 8 апреля копейчане наслаждались юбилейным концертом народного коллектива «Via Max Ton». Ему исполнилось 25 лет. Сегодня от души приятно наблюдать за всем, что происходит здесь на сцене. Высокий профессионализм. Друзья, Министерство культуры Челябинской области очень высоко ценит этот коллектив, потому что звание «народный» присуждается не каждому коллективу, и Дмитрий Николаевич это подтверждает уже не в первый раз. Я хочу пожелать сегодня в этот юбилейный для вас день только, безусловно, творческого вдохновения. На юбилейном концерте «Лабиринты откровений» музыканты исполнили лучшие произведения своего репертуара «Купола», «Перемен», «Вещая судьба» и, конечно, песню «Желтая листва». Поздравить народный коллектив пришли первые лица города. С ними сцену разделили и близкие друзья, а также коллеги участников группы. Десятки букетов, бурные аплодисменты. Копейчане тепло встречали каждое произведение. В свою очередь, Max Ton порадовал горожан интересным репертуаром. Четверть века славы, признания, побед. Сами артисты признаются, время пролетело как один миг. Сижу, пилю, самолеты строгаю в авиамодельном кружке, играет по радио, по городскому какая-то группа. А я же уже это музыкальную школу там на баяне, мне это все это на ухо хорошо ложится. Мне очень понравилось. Я говорю, кто это поет? Это поет Beatles. Угу. Пришел домой, у друзей взял кассеты, послушал, все замечательно. Через 2 года сообразил школьный ансамбль. Да, мы порепетировали полгодика, ну я быстренько с музыкальной школы все были ребята, полгодика и уже играли 2 года в школе на танцах, тогда дискотек-то не было. Вот, оттуда, я как сейчас помню, 6 марта 88 года, первое эстрадное такое выступление. Очень много проделано было работы Дмитрием Николаевичем, вот, бессонные ночи. С 11 утра и до 11 ночи, и так каждый день все помаленьку. И вот буквально вчера уже вечером он все сидит и доделывает, что-то там в аранжировке ему не нравится, что-то там, допустим, какие-то моменты правит, то есть неугомонный. То есть по-настоящему, по-честному человек относится к своей профессии. Вот. И это очень отрадно и очень приятно быть частью такого замечательного коллектива. Сегодняшний концерт – это итог. За 25 лет здесь было представлено самое лучшее. Я желаю этому замечательному коллективу, чтобы следующие 25 лет были еще интересней, краше, какие-нибудь там более полноценней, такие какие-то мудрее были. 73 года. Работаем. Побывать на юбилейном концерте Max Ton смогут все копейчане. Наш канал покажет телеверсию праздничного события. Премьера 17 апреля.